Я иду сейчас вдоль по набережной по направлению к мысу Айтадор. Хочу посмотреть, прогуляться. Тут за все время даже не получилось у меня обследовать эти окрестности. Тут очень красивые. Такие берега прелестные. Растут сосны. Посмотрим, сколько мне удастся пройти. То видите, тут везде заборы понаставили. Так и жди, что где-то будет забор стоять и не пройдешь. Ну вот, подхожу к очередному какому-то забору, наверное. Сейчас посмотрим, удастся ли мне пройти это. Там, правда, какая-то лесенка есть, посмотрим. Нет, скорее всего, не удастся. Это подъем наверх. Это наверх тоже красиво, а здесь... Тут все, наверное, кончается. Все на этом, дальше не пройдешь. Пляж вот такой. Тут такая лесенка. Пробуем пройти. Вот она наверх идет. Посмотрим, какой обзор отсюда. Вот. Вот такие виды. Так, идем еще выше. Так, о, новые виды. Камни уже. Дикие пляжи, так называемые. Дикие места. Ну что, вперед. Лестница вон туда, еще дальше идет, туда и пойду. Так, ну вот я поднимаюсь, поднялся тут на вершину. Тут такая что-то, какое-то недостроенное здание. Слева санаторий. Так, а здесь такие ограждения. Так, ну пройдем, посмотрим, интересные места. Были тут и не видели, это так нельзя. Надо изучить хоть последний вечер. О, такие виды роскошные. Красота. Красота, конечно. Так, попробуем сделать фото здесь. Ну вот, фото сделал. Теперь пойдем по этой дорожке, которая идет тут на высоте, на горе, прямо по кромке горы. Посмотрим, куда она меня приведет. Какой-то домик тут. Народ сидит уже, ужинает.
Вот домик какой-то здесь. Что за трущобы? Кошмар. Здесь живут. О, цивильная площадочка. Так. Отсюда отличные виды открываются. Так. Посмотрим. Люди фотографируются, но не будем мешать, пойдем дальше. Так, как здесь? Какой берег? Тоже скалы. Тут скалы тоже. Вон какое-то здание красное, более-менее. Прилично, даже с кондиционерами. Теперь пойдем по той дорожке нашей. Тут я выхожу опять к какому-то зданию приличному. Никаких названий не видно. Видно, что ухожено все аккуратно. Вот окрестности. Здорово, очень красиво все. Какой-то ведомственный санаторий. Здание, да? Хорошо, поехали дальше по этой тропе. Гулять приятно, жара уже спала, можно спокойно ходить, любоваться, пока еще светло. Через час уже будет темно, надо успеть до темна, хотя бы дойти до мыса Айтадор. Было бы здорово, я был бы счастлив. Так, а здесь что? Площадочка такая обзорная. Ага. Обзорная площадочка. А как же пройти дальше? Ага, роскошные виды какие. Ну, вообще, фантастика. О. Так, ну здесь пару фото. Здесь какая-то тропа есть. Вот с этой дорожки мы сейчас поворачиваем на эту тропу. Попробуем понять, пройти. Что за будка? Понятно. Так. Можно отойти куда-то. Ну, заблудиться здесь невозможно, конечно. Но зайти далеко можно, учитывая, как дороги ходят, скрутятся в горах. Да, вот здесь забор какой-то. Тут дальше. Ничего не получается. Дальше колючая проволока. Вниз сюда. Скорее всего, не удастся мне тут пройти. Виды какие-то красивые, сейчас посмотрю. Ага. Открывается на горы. Так. Надо
под ноги смотреть. Все-таки это юг, вот змеи должны быть ядовитые. О, земля высушена, может кто-то попасть. Пока еще не встречал. Так, ну что мы видим? Мы видим вот там Ай-Петри. Вершина вот здесь вот это. Гаспро, жилые дома. Так, а ну что делать? Решил попробовать пройти еще по этой тропе, не знаю, куда она меня выведет. Тут фактически лес кругом. Так, идем по тропе, посмотрим. Там площадки, дорога какая-то. Что за дорога? Ага. Это уже интереснее, это уже лучше, мне больше нравится. Пойдем по этой дороге дальше. Так, прибыл. Оказывается, это Дорский маяк. Вот тут даже якорь. Вот такой забор. Это маяк был. Это дорога на маяк. Ну что, маяк. Что с маяка, с этого дальше? Что тут написано? Территория маяка. Злые собаки. О, мне. Собаки нам не нужны. Не пойдем туда. Тем более злые. Не надо. Так, попробуем справа пройти. Вот спустился от маяка вниз тут. Какой-то хлам внизу. О, горы хлама. И тут тоже свалка самая натуральная. Доски, камни, что хочешь тут. Тут что-то огнеопасное, какая-то будка. Так, это вот я оттуда шел с маяка, теперь вниз попробуем. Тут дорога направо пошла, мы по ней пойдем сейчас. Тут тоже что-то такое производственное. Не будем снимать, пока дальше пойдем. Тут очень интересный домишко такой во французском стиле. Высокий, двухэтажный. Ну, понятно. Тут тоже, наверное, не пройду дальше. Какая-то мастерская